У память об великим подвигу Улоеве сегодня прошел расистый митинг в рамках международной эстафеты, присвященной 75-летию перемоги советского народа у айчинной войне. Ее маршрут пролягая уздовуж границ краины СНД. Удельники, супрацовники пограничных служб, ветераны, молодь. Дмитрий Котов с подробностями. Лоев – опошняя кропка маршруту эстафеты по территории нашей области. Районный центр Бесперабольшине – один из самых героичных у Беларуси. Миновито тут, у 1943 годе, отбылся переломный момент битвы за Днепр. У списи головных героев – пограничник Миколай Сушанов. Его имя сегодня носит Лоевская погранзастава. Об героизме, мужности и докладности летопису военных подей неодноразовая шла говорка подчас митингу памяти. Нельзя допустить, чтобы история переписывалась. И вот эти мероприятия, они позволяют нам показать молодежи всю правду. Мы должны обеспечить, чтобы подрастающее поколение знало правду, знало историю, знало героев. У те далекие часы миновито пограничники першими приняли на себе удар фашистских оккупантов. Тому символично, что сучасное поколение вартовников державной границы – головные организаторы эстафеты. Сирот ее основных задач – замацование одинства и дружбы помеж краинами удельницами СНД. Стартовала эстафета 5 лютого одночасово у Бресте и Мурманску. По территории Беларуси ее удельники прошли 4000 километров. Наведали каждое подразделение пограничной службы. Провели множество уроков мужества, провели очень много концертов, митингов, возложили цветы, венки к памятникам, мемориалам воинам-пограничников. Символично то, что завтра мы передаем уже эстафету пограничникам Российской Федерации. И с гордостью можем сказать о том, что приказ председателя Государственного пограничного комитета, который он ставил в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой», выполнен, и цель эстафеты достигнута. Международная эстафета будет проходить по территории краин удельниц СНД еще больше, как 3 месяца. И она завершится 28 мая на Поклонной горы в Москве с уделом керовников пограничных ведомств. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.